Приветствую всех, дорогие друзья! Я бы хотела сегодня уделить внимание варенью, которое я буду делать. Но в первую очередь я бы хотела показать то дерево и как бы тот цитрусовый, из которого я буду делать. У нас в садике вот такое есть дерево китайского мандарина. Дерево большое, как раз прошел дождь, как раз его сезон. И хотела показать вам воочию, то из чего я буду делать варенье. Дерево большое, уже спелое. Вот сейчас мы это все дружненько соберем, необходимое количество. И будем начинать делать варенье такого прекрасного фрукта. Ну вот собрали мы с вами определенное количество. Ну, вот так плод выглядит вот таким вот образом. Практически он не имеет отличия один от другого. Один чуть-чуть будет меньше, но они все длинненькие. Форма у них вот такая длинненькая. Немножко он горчит. На привкус дает такой немножко горьковатый, но это, я думаю, что не то, что на любителя, я думаю, что очень многим понравится, кто увидит такой фрукт, и, конечно, из такого цитрусового можно будет сделать варенье. Теперь, что есть? В связи с тем, что он немножко горчит, я его переложу в большую чашку. Чашка будет намного больше. Для чего? Для того, чтобы залить его холодной водой, и оно должно будет постоять. Во-первых, сойдет от него пыльца, потому что у него он такой немножко как жирноватый, как такая смола на веточках, когда снимаешь их, поэтому я снимала в перчатках их. И для того, чтобы немножко горечь ушла, оставляем на... Ну, я где-то оставляю на день, получается, где-то так на день, а потом хорошо промываем и просушим. Ну, в таком количестве воды я как бы продержала где-то не полный день, где-то с вечера до утра. Наши вот такие вот мандариночки. Теперь мы будем просто в дуршлаге их обсушивать. Сначала мы промоем, конечно, хорошо, потому что в любом случае, как бы мы не мыли, вот там вот остается. Хорошо промоем и обсушим это все. Ну вот, промыли. Вот так вот на полотенчике их просушили, как бы. Практически они у нас высохшие. Вот. Теперь что я хочу приблизительно взвесить, посмотреть, сколько это будет. Взвесим. Сейчас мы на весах с вами. Возьмем просто весы и взвесим, чтобы приблизительно понимать, сколько нам необходимо будет сахара. Ну вот мы наши фруктики переложили в чашечку обратно. Чашечка моя где-то весит 130 грамм. В общей сложности у нас получается здесь кило 100. Ну, такое количество продукта я буду класть где-то 700 грамм сахара, не более, потому что он не кислый, и варенье будет достаточно хорошо будет выходить. Этого будет достаточно. Где-то 700 грамм сахара. Ну, теперь мы начинаем подготовку, будем все оформлять, будем резать. Резать я буду на 4 части в длину. Вот если взять вот такую вот, да, как бы размерчик, он будет разрезан на 4 части, а вот этот вот побольше, он будет уже разрезан где-то на 6 частей. Напоминаю, что резать мы будем вдоль, как бы не поперек, а чтобы были длинные вот такие как бы кусочки. Ну, приблизительно вот такой вот как бы размер у наших фруктиков. Что у нас происходит? У нас здесь, если мы возьмем вот такую часть, то мы ее по длине разрежем пополам. Можно ее будет разрезать на две части, они будут вот такие кусочки длинные. А можно попробовать разрезать на три части, они будут, конечно, чуть поменьше. Но это вы уже сами решите. Это, конечно, маленькие, мы разрежем, естественно, их пополам. Они будут маленькие, достаточно будет, чтобы они были разрезаны пополам. Вот эти вот части, вот зеленые жопки, я как бы их не срезаю, нет необходимости в этом. Ну, в принципе, вот таким вот образом мы с вами полностью все
все наши фруктики порежем. Но вот этот большой мы его разрежем, конечно, так, на три части. Вот таким вот образом будут они, все наши эти части. Если вот так вот их взять. Ну вот, у меня есть такая специальная кастрюля, как бы, в которой я всегда варю варенье. Ну так вот у нас получилось такое количество. Теперь что делаем? Теперь мы засыпаем все это сахаром. Сахаром это все мы засыпаем, но мы ничего не перемешиваем. Почему? Все количество вот этого сахара высыпали. Теперь вот это даже все будет стоять и само таять. Когда протает весь сахар, ну, я вам хочу сказать, что обычно у меня это берет дня два, бывает три. Я жду, когда весь сахар растает, когда все кусочки впитают в себя сахар, он такую как бы обволакивает каждый кусочек, и тогда я уже начинаю варить варенье. Ну, этим способом я варю варенье уже и вся наша семья больше 30 лет, если не больше. Не будем говорить о возрасте. Вот таким образом у нас в нашей семье делаем подготовку и варим варенье. Ну вот наш сахар подтаял. Вот таким образом получается каждый кусочек как бы впитал в себе сахар. И он получается такими отдельными кусочками и прозрачный такой вот как бы сиропчик образовался. Ну, где-то один день и еще полдня где-то я дала немножко для того, чтобы полностью все растаяло. Теперь мы будем ставить его на газ. Когда закипит, сделается, конечно, маленький огонь. И где-то между, ну, где-то в районе 10-15 минут это все будет на медленном огне вариться. И будем потом отключать. Ну, ставим на газ и начинаем варить варенье. Ну вот, мы поставили на огонь, у нас он начинает закипать. Как бы сахар начинает закипать и образуется такая вот пеночка. Но это не страшно, немножко, конечно, можно будет убрать пеночку. Но пенки сильной большой такой не будет. Вот у нас начинает закипать. Оставляем на 10-15 минут до следующего раза. Вот мы проварили на один раз наше варенье. Оно у нас полностью уже остыло. Вот такое оно у нас красивое получается. Такие кусочки. Теперь мы будем ставить его на второй раз. Точно так же минут на 10-15 мы поставим и будем проваривать. Напоминаю, что нужно обязательно дать время, обязательно, чтобы варенье остыло до полного остывания. Для того, чтобы на следующий раз уже были такие, образовались такие кусочки, а не просто развалившиеся у нас фрукты. Ну, в общем, как бы положение общее показано. Понятно, я думаю, что ставим еще раз на огонь и смотрим, как у нас получается. Ну вот, наше варенье готово. Посмотрите, пожалуйста, какой консистенции оно получилось. Давайте немножко ложечкой вот так возьму. Они получились как такие отдельные кусочки, тверденькие, в таком соке. Цвет у него такой оранжевый. Может быть, не очень хорошо будет видно здесь, но таким вот образом у нас получилось варенье. Таким способом я пользуюсь при приготовлении любого вида варенья. Ну и вам тоже советую. Подписывайтесь на канал, заходите, просматривайте, ставьте лайки, оставляйте свои пожелания, замечания. Всем хорошего дня, всем пока!